В жизни каждого мужчины наступает такой момент. Ладно, просто возьми их. Ты ведь знаешь, как ими пользоваться? Можем пойти в ванную, я покажу тебе. Что, черт возьми, происходило в 70-х? Давайте вернемся в прошлое и понаблюдаем за тремя безбашенными семейками. Семья Джонсов с огромной беседкой. Кому-то сейчас влетит! В доме творился полный беспредел. Добро пожаловать в клуб, ребята. Вот так. В моей семье не все было гладко. Пап! Приятно познакомиться, мистер Марш. У меня была потрясная камера. Эй, что там у тебя? Посмотри! Сегодня оторвемся. Я заснял все. Меня сейчас вырвет. Надеюсь, смогу сделать фильм. Следующая игра называется «Свингеры на сафари». Иди ко мне. Тогда не было абсолютно никаких запретов. Что они вытворяют друг с другом? Я не знаю. Мы ходим в школу, как все дети. Сюрприз. Это таблетки, чтобы не залететь, милая. Спасибо, спасибо, спасибо! Во что будем играть? В покер. Какие зануды. Свинья. Закрой рот. Алкоголичка. Сучка крашеная. Овца. Наши предки отрывались как могли. Ты уже нас достал с этой камерой. Бежим! Идите в школу и приводите друзей кататься. Но за бабки! Не заставляй меня врать!